это икона случилось чудо. Вы, может быть, обратили внимание, где-то есть мозаики, где-то нет. Тут был пожар. Я потом вам подробно о нем расскажу. В 1854 году интерьер храма Кузгара. С этой иконой случилось чудо. Она в пожаре выжила. Вот она на входе в пещеру, но она почернела. Ее называют черная ворота. Теперь эта икона меняется. Она темнее до Рождества Христова. Честно, вот увидите, перед Рождеством она как разбивает. У нас у всех есть вопросы. И хорошие вопросы. И вот как говорит батюшка, она же видит, она живая. И она видит каждого человека, который заходит. Она она правда меняется. Может быть, еще приедете сами. Я тут часто бываю, я вот здесь, кстати, может, уже не заходит конец столицы. Вы видите, спасли вас. Далеко мы идем в честь. Иногда, когда ты смотришь, он просто бывает, и он бывает вас. Но это что-то умеет делать не важно. Но то, что не умеет делать, я один. В 1994 году это Дмитрий Кондратович. И мы прямо вот здесь проходили. Вот как мы знаем, как вы говорили? Мы это знаем. Помните, да? Моя сама попросила написать. А как вот Иисус, мы знаем, крест Пасхи, когда Иисус шел по крестному пути, пирамиду, как пирамида приходит, означает «утирающая». Она подала ему плавку Иисуса, и он вытер им свою руку, и на нем отразился Христос спас, да? Спас переходит от нас. Христос, Христос переходит от нас. Спасите, спас. Теперь смотрите. Вы будете, подходить, кстати, с ней еще предоставили эту упаковку. Иконе, теперь икону фотографировать можно, но не надо фотографировать себя на фоне. Вы, наверное, об этом знаете, да? Ну, вы икона. Ну, на всякий случай. А потом мы вот здесь соберемся, да? И я вам расскажу о пещере. А можете вы сейчас вам рассказать? Вы когда знаете, встречи меня слышите, да? Теперь давайте так. Вы не будете идти. Мы не обгоняем. Да? Мы встаем за ним. Хорошо. Никто не толкается, никто не готовится, никто не нервничает и не суетится. Да? Все будет хорошо, народу никакой нет, я так понимаю. И уже хорошо, и все у нас есть. Только единственное, что вот в этот кусочек мы обратно не вернемся. Поэтому вы подали записочки, правильно, кто хотел. Вы сейчас поставите свечи и приложите к ведениям все Божьей Матери. И тогда будем ставить вот сюда. Около окошка за здравие, а ближе ко мне входу в пещеру за упаковку.